Курганмашзавод спасут любой ценой, пообещал журналистам заместитель полпреда. Александр Сидоров приехал в Курган, чтобы лично познакомиться с уникальной военной техникой, которую производят на предприятии. Александр Николаевич отметил, сейчас главное помочь заводу выйти на полную загрузку. Этого можно достичь гособоронзаказом на выпуск БМП-3, возобновлением экспорта продукции в страны Ближнего Востока и налаживанием нового производства. Со стороны государства уже получена поддержка от министра обороны. Сейчас ведутся переговоры с другими заводами, которые поставляли на КМЗ необходимые комплектующие. Сегодня мы упираемся в систему со смежниками работы. То, что есть двигателя, Барнаульский завод сегодня в том объеме, который будет необходим, пока не готов к двигателям, поставке двигателей для машин. Поэтому наша задача еще заключается через Министерство обороны, через военно-промышленную комиссию, через федеральные структуры отработать и этот вопрос. Вы понимаете, что такое Курганмашзавод для Курганской области, для оборонки всей страны, имеет очень огромное значение. Поэтому те сбои, которые произошли в последнее время, речь идет о том, не просто их нивелировать, а речь идет о том, каким образом наращивать производство. Ну а для нас это все-таки 20-25% объема промышленного производства Курганской области.